Ребята, всем привет, вы на канале Не Спит, и сегодня у нас 22 июля, 3 часа ночи, как всегда, по традиции, ребят, проверяем магазин. Смотрим, ребят, что сегодня вышло. Угу. И вот он, родной. Вышел. Ребят, акула, мистер челюсти, заанонсены, запущены уже давно. Мистер Челюсти, и он вместе с плавником идет. На спине у него идет вместо рюкзака плавник. Блин, это очень круто. Причем плавник это будет очень прикольно на все скины. Прикольно. В ластах. В очках для плавания. Прикольная хрень. И они предлагают ему вот эту кирку, которая довольно старая уже. Но она кайфовая тоже. Они ее, по-моему, такое ощущение, что они ее чуть переделали. Мне кажется, зубы были не такие агрессивные. Но мне кажется, это перебор, не знаю. Акуле в руку акулу. Могли бы просто гарпун какой-то сделать. Ну, короче, сочетание кирки со скином нет, но скин классный. Скин классный. Молодцы. Так, правая часть. Кайфовый дельтаплан тучи. Мне он всегда нравился. Классный. Морпех. Ну, это опять же по стандартам пошли. Штык-лопата кайфовая. Вот это кайфовая. За всего за 5 сотен офигенная. Прям очень классная. Это танец, ты веселый, где? Движение такое эротического характера есть. Оп, оп. Забавно. И оп, оп. Четкая тема. Вот этого скина очень давно не было, мне кажется. Прям очень давно. Входит разгон. Недавно был красный дельтаплан. Это, по-моему, вот как раз от него разгон. Буквально дня 3 назад, наверное, 4. Мне кажется, очень давно этого типа не было. И слезы ручьем. Не знаю, я уже говорил на своих стримах, что мне не нравится звук этой эмоции. Почему они сделали ее очень тихой. Есть звук смеха, который прям крайне громко, как осел. И почему сделали такую тихую слезы. Как-то так. Ну, на 2 дня нам его закинули. Можно обдумать о покупке. Можно подумать, конечно, о покупке. Ладно, ребят, вот такой сегодня магазин. Спасибо всем за просмотр. Ставьте, пожалуйста, лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь на канал. Трансляции каждый день с 9:30 вечера до 3 ночи по Москве. Приходите, ребят, рад всем. До встречи. Я думаю, если я людям скажу, ребята, ставьте лайки, пишите комменты, подписывайтесь на канал YouTube, на канал Twitch, на канал GoodGame, на личную страничку ВКонтакте, на группу ВКонтакте, заходите в мой Discord, то меня просто люди пошлют нахер. Они сделают все то, что я попросил сделать. Поэтому не уверен, что стоит так делать.